спасибо, что встретили этот день вместе с Народным утром. С вами было хорошо. До скорой встречи. В эфире «Народные новости», в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Первая в Мордовии. На базе МГУ имени Огарева открылась точка кипения. Отдых должен быть активным. Артем Сдунов побывал в лагере при Саранской школе номер 24. Дорожки и скамейки или тренажеры. Горожане решают, каким будет сквер подольских курсантов. Пока одни мерзнут, другие идут на пляж. В Саранске официально открылся купальный сезон. Название с глубоким смыслом. В точке кипения будет кипеть коллективная работа, образовательные и дискуссионные мероприятия и лекции. На открытии пространства 9 июня побывал временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Сдунов. Точку кипения запустили на базе МГУ имени